Здравствуйте, друзья! У меня сегодня выходной, и я пришла погулять вот в такой парк. Это в Бергамо. Здесь приходят дети, люди отдыхать. И смотрите, какая красивая картина перед моими глазами. Двое черных лебедей и немножко здесь уток. Сейчас я вам покажу. Они ко мне подплывают, потому что они знают, что я принесла им вкусняшки. Смотрите, красавцы, как они подплывают гордо. Смотрите, какая прекрасная пара. Сейчас я буду бросать им хлебушек, и они будут у меня есть хлебушек. Вот бросаю им большущий кусочек, как они поделятся. Ой, какие красивые! Какие довольные, как они меня благодарят. Но он должен размочиться, я не подумала. Сейчас все переделаем. Вот я им хлебушка здесь набросала, и у них уже не отберут голуби. Смотрите, какие красивые лебеди. Красота. Просто прекрасные. Я очень-очень довольна, что я пришла здесь погулять. Одно загляденье. Смотрят на меня так доверчиво. Они уже привыкли приплывать к людям. Они знают, что люди им подают еду. Они не отбирают еду у голубей. Им надо бросать на воду. И так они, когда размочится хлебушек, они его подбирают и едят. И уже из воды голуби не отбирают. Красота. Просто красота. Вот они плывут, как они синхронно и красиво плывут. Один за другим. Один не отстает от другого. Это пара. Красивая пара лебедей.